Сегодня наши дети, маленькие дети, задают вопрос родителям. У меня два внука. Они спрашивают, почему нам нужно спускаться в бомбоубежище? Я им отвечаю, потому что по нам стреляют ракетами. Они спрашивают, а кто у нас стреляет ракетами? И я, и также все одесситы объясняют, по нам стреляют русские солдаты ракеты и убивают нас. Понимаете, сегодня говорить о каких-то взаимоотношениях, о каком-то совместном бизнесе или вообще о каких-то отношениях с Российской Федерацией, ну, это не просто преждевременно, это невозможно. Что касается инфраструктуры туристической, у меня такая надежда все-таки, что Одесса займет свое достойное место среди европейских городов. Для этого я проделал очень большую работу. Я 8 лет работаю мэром, 9-й год. Посетил все города-побратимы, европейские города-побратимы. Напомнил нам наши прочные связи с Италией, Францией, с другими странами Евросоюза. А у нас действительно Бельгия, у нас действительно очень большая история отношений у Одессы. И я надеюсь, что мы вернемся к нашим взаимоотношениям, к торговле, к развитию бизнеса, предприятий и в том числе туризму.